Здравствуйте. Сегодня пришлось встать рано утром, приехать в район Фошани, который называется Нанхай. Здесь сегодня проходит гонка драконьих лодок. Вот вы видите сзади меня драконьи лодки. Сейчас время 11:30. Участники соревнований готовятся, очищают лодки, устанавливают барабаны, флаги, головы, хвосты драконов. Мы сейчас здесь ожидаем нашу китайскую подругу. Она обещала с нами здесь встретиться. В честь этого решили немножко заснять короткое видео того, что здесь происходит. Если, не знаю, слышно, нет, играет национальная музыка. Сегодня в Китае отмечается праздник, национальный день или день образования КНР, 69-я годовщина. Поэтому праздник происходит торжественно. Сегодня с утра по телевизору только об этом все говорят. Праздник будет длиться неделю, с 1 по 7 число. Китай официально выходной, все отдыхают, не работают. Так что такая расслабляющая обстановка. У этих лодка длиннее, чем у тех. Thank you.